Ну вот снова с вами ваш любимый несравненный Сануля Красотуля. Для вас самая ненавистная тема стройки. Она нудная, сыночка, будет ходить с кирпичиками, будет помирать здесь на стройке. В общем, строим. Ой, хожу как сонная муха помирающая. Сегодня у нас уже какое? 19-е. Гусяндра идет мне помогать. Скучно, нудно. Но надо делать. И никуда от этого не избавиться. Строить надо. А вот цемент открою. Че, приползла? Иди мышей карауль. Помощник приполз. Кстати, Буська тоже со мной тирается. Часто. Ой, помирающий сынка. Надо все открывать. Я как раз на монтажку поставил. Утренний ролик отснял. С это. Закапыванием столба. Ой. Гнать таких работяг в три шеи, да? Ходишь, помирающий, двигаешься. Смех смехом делать надо. Бывает, знаете, не хочется иногда. Соплю, кряхчу. Но надо. Так. На один за месяц цементика хватит у нас. Просыпался у меня собака. А маленький замес сделаю небольшой. Ой! Старость не в радость, да? Пока расходишься. Да. Ой. Так, кирпичики, ну-ка быстро попрыгали на раствор. Размешались. А, цемент высыпать. Сейчас мы подключим бетонку. Посмотрим, пашет Гусяндра. Ну-ка, уходи оттуда. Пашет. Работает. Так, чего нам надо? А, лопату надо. Сейчас сперва цемент высыпем, короче. С мешка прям. Как раз на один замес. Чтобы не открывать новый. И запустим шарманку. Иначе, если я ее не запущу сразу, все прилипнет. Придется останавливать. Так, это туда, потом за борт. Сожгем. Включаем шарманку, пусть она у нас тут маячит. О! Умирающий сынка. Помирающий. Кто-то, по-моему, писал в комментариях, чего ж ты говоришь, на тележке песок не возишь? А нафига мне его на тележке песок подвозить? Когда тут надо несколько лопат посева. Так. Там надо-то всего несколько лопаток-то на один замес. О.
Что ты у меня качаешься? А? Ну, что ты у меня? Вот собака такая. Надо вилы брать. Где вилы у меня? Блин. Прилипло там, заливая, все равно прилипло. Надо было расшебуршать маленько. Тоже надо заменить, болтается. Этот. Что ты тут у меня? А? Давай, давай. Во. Да что ты? Ну-ка. Да что ты будешь делать? Ладно. Вот так вот будем. Вилы везде пригодятся. О! Нормально будет. Шлепаем. О! Пойдет. О! Как хорошо. Вилы всегда нужны. Тут какой-то тухлятиной воняет, понесло. Видно с этих? У нас же километров 15 еще под полигон. Тухлятиной воняет. Ветра нет. Опа! Ну, блин, вообще тухлятиной завоняло. Знаете, раздышать невозможно. Господи. Ужасная тухлятина. Дышать невозможно. Что такое делает? Но перемешивается. Как достали они все с этим полигоном, все, блин, кому не лень, со всех Акасии сделали мусор сюда, свозят свой тухлятину эту всю. Тухлячу. У нас же как, вот эти шкуры коровья, все вот это, кости, надо специально утилизировать. А у нас, наверное, в один котлован. Бедные работяги.
от этой же сибирской язвы. Видно, посвезли. 15 километров от нас. Крутись давай, мешайся. Так, что, не будем тянуть кота за это самое? Начнем раствор. Ужас, ужас, ужас. Тухляча. Все. Во. Нормально будет. Как раз немного на один замес. Небольшой. Так. Нормальная часть промешалась, пойдет. Да что ты будешь делать? Все равно песочек надо его прям здесь. Ну-ка, падай. О, падай давай. Нормально. Помешается сейчас. Ой. Падай. Падай, падай. Вот тут сверху, сбоку. Ай. Кстати, если я трещу из-за того, что у меня микрофоны под этими, дышу как паровоз. Падает. Фух, старость не в радость. Так. Давай сюда. О. Падай, во. Как хорошо. Фу. Рука устает. Сейчас водички залить. Помешать еще больше. Во. Нормально намешалось. Там еще оставалось. А. Нормально намешалось. Намешалось хорошо. Фу. Прям почти полное ведро. Давай, выковыривайся сюда, ползи. Фу. Ну, почти полная. Угу. Вчера, третий раз, когда заводил, работал. Так фигово было. Я вчера рано спать лег. Вырубился. Башка целый день гудела прям до невозможности. Болела. Таблеток этих перепил, обезболивающих, давление мерил, все. Потом вырубился. А утром раненько проснулся. Ну, нормально более-менее.
О, полная ведерка. Сегодня заработку. Так, а где у нас табуретка? Сейчас табуретку притащу. Те с собой забирают. Табуретка. Табуретка. Все. Тють у меня. Так вот. А куда тебя поставить? Вот так, наверное, поставить. Ой, ставлюсь, не вырадуюсь. Армейская, говорю. Армейская бляха. Есть потупее, а есть... Ладно, поехали. А, водички ливануть сюда. Покрутить. Сейчас покрутим маленько. Пусть обслюняется. О, давай. Так, боки носить надо будет, да? Все. Пусть обмывает. О, поехали. Работку работать. Раствор. Поехали работать. О, погнали. Блин, таскать от Теда, ладно, фиг. Поперли. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой. Ah.
Так, что за блоками? За 3-9 земель идти. Ладно. Тащим. Не заржавеет. Ой. А, надо еще здесь бок отмазать. Тяп-ляп. Да что ты? Сонная муха. Так. С той стороны надо промазывать. Неохота тащиться. Ладно, с левой руки. Пойдет. Не.
Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ой. Медленно, наверное. О! Медленно, наверное. Что тут у нас? Где кирпичандр? Кирпичандр. Надо носки снимать. Сейчас носки сниму. Жарко. Тюдя. Жарко становится. Ползи, 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 ползи. О, выполз. О. Так. Ползи, ползи, ползи. Ну. Тем-тем-тем-тем. Тю-тю-тю-тю-тю.
Так, это нам не нужно. Дальше прям. Прям дальше. Ладно, так поставим. Скучно. Я куфно. А, никуда не денешься. Ну-ка, паук, фу, отсюда. Так, опять за боком идти. Далеко, мало навозил. Ой.
Опять тухлятиной завоняло, заколебало. Так, дальше. Собака.
Ой, так вот. Нормально, нормально. Ай-яй-яй, собака. Это у нас гармошка, да, идет? Ладно, выровняем следующий слой. Так.
Сейчас борт принесем, посмотрим. Пойдет, не пойдет. Так, оставляю пока здесь. Дальше пойдем с того угла. Поплывем с того угла. Отсюда. Отсюда попрём. Поедем. Ой, тоже с него радость. Так, поехали. Поехали. Куда ты падаешь? Так. Надо хороший кирпич сюда, этот блок, положить. Чё? За этим сходить к Янке. К Янке.
Здрасте. Так, следующий кирпичик у нас. Сейчас угол сделаем. Уголок. Еще один кирпичик. Ой! Ой, ё-моё, потерял раствор, досада, маленько. Стараюсь раствор вообще не терять. А что, хорошо на улице, почти свежий воздух с нотками какой-то тухлятины. Сразу скажу, не от меня пахнет. Не от меня. Благовониями пахнет. Где тут классный кирпич? Так, ладно, сильно стучать не будем. Угу. О, ползешь вот так вот. Че тут? Целостность складки. Нормально. Не. Ой. Да.
Ага. Подвигал. Угу. Угу. Ой. Работка. Да, вздыхай, доделай. Вздыхающая сынка. Вздыхающий, а не вздыхающий. Нормально. Нормально. Ладно, наверное, надо подымить. Подымить. Маленько. Всем вкусняшек-вкусняшек. Отличнейшего настроения. Бок обстучали. И все. Косяк. Ладно. Поработали, блин. С вами был Санулька Красотулька. Работаем каждый день, вкалываем каждый день. Потом пойдем кушать. Это уже будут совсем другие ролики. Хотя я думаю, что навряд ли кто-то домучился досмотреть нудного сына до этого момента. Ну, получается у нас так, как получается. Всем пока-пока, вкусняшек и отличного настроения. Работа она такая.